доброго дня, посылочка из Чаучай. Так, офисе есть. Так. Подушки почитаем. На досуге. Так. Дапунпау Нун Сян. А это резанный лист на хунпао. Такая оригинальная упаковочка. Уи Шуй Сян. Это улун. Утесный улун. Сяо Джун. Сяо Джун — это красный чай. Дянь Хун. Лапсан. Ну тут прям написано, что лапсан. Ча Мо. На хунпао. Вун Цин. Хун Ча. Это уже зеленый чай. Тигуанин Си Пин. О, Дахунпао, большой красный халат. Дахунпао. 50 грамм. Вот такой пакет. Обалденный. Это подарочные уже пакеты. Значит, решила выписать. Это у нас вязаный чай. И это же «Чтоб встретить Новый год» написано. Ну, это, по-моему, солнечный зайчик. Вот эти вот желтенькие цветочки похожи на солнечный зайчик. Дянь Кун Лапсанг. 50-граммовые пакетики вот эти. Очень хороший чай. Такой повседневный хороший чай. Это к упаковочкам, как я понимаю. Вот эти вот кулечки. Это что? Это вот такие сердечки, это как подарочки. Так, это у нас пакетики. Так, это мини туча. Не написано без опознавательных знаков. Скорее всего, это подарок. Так, а это у нас смола. Можно смола. У нас еще такие вот упаковочки красивые. Стараюсь каждый раз описывать их. Очень симпатичные складываются. Такими сумочками. Бабочки тоже складываются, такие вот синенькие, тонкие. Это все упаковочка для чая, нарядная.